Раз в 10 лет водительские права приходится менять. Если просрочить документ, то есть риск заплатить штраф. Поторопиться с заменой прав следует и в других случаях, например, если у вас поменялись персональные данные, например, фамилия. Во-первых, можно пойти традиционным путем и обратиться в отдел ГИБДД. Второй способ – получить новые водительские права в многофункциональном центре. Для этого нужно собрать перечень документов. При истечении срока документы необходимые – это, конечно, удостоверяющий личность, паспорт, старое водительское удостоверение, медицинское заключение и госпошлина. Если водительское удостоверение было похищено или утрачено, медицинское заключение предоставлять не обязательно. Помимо этого, конечно, нужно будет написать заявление. Про фотографии можно не беспокоиться. Если вы оформляете водительские права российского образца, снимок можно сделать прямо в МФЦ. А вот если международные, фотографии придется принести с собой. Пока услуга по замене прав действует только на Куйбышева 9. На данный момент услуга предоставляется только в филиале Центральной 2. Планируется оказание услуг в филиале Мотовилихинский, Индустриальный 2, Кировский 2 и в одном из филиалов города Березники. Госпошлина за замену водительских прав составляет 2000 рублей. Ее, кстати, можно заплатить сразу в МФЦ. Пошлину можно оплатить и со скидкой 30%. Правда, в этом случае придется оформлять замену прав через сайт госуслуг. А для этого нужно сначала зарегистрироваться на портале.